завтра работает быстрее и качественнее, чем вчера. Например, в 2014 году в электронном виде было оказано 28% услуг по кадастровому учету. В 2013 году этот показатель... Съебался, прикинь, он не съебался. Он либо уснул, либо тормоза открыл. Смотри, он сейчас там это, блядь. Олег сейчас взорвется или еще что-нибудь надо. Знаете что? Именно сегодня, 4 августа, отмечается день гостя. Охо-хо. Бля, красавчик. Бля, камера есть. It's okay, I have a voice.
5. Да. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Как там обычно делают на регистрации? Температура воздуха составляет от 0 до минус 2 градусов. Днем ожидается от 7 до 9 градусов выше 0. Переменная облачность, небольшой дождь. Хорошая погода. Слушайте Ретро FM. Красноярский прогноз погоды на Ретро-ФМ представляет ресторан русско-дворянской кухни «Барышня». Скидка при заказе блюд на вынос 20%.